Главные паникеры среди знаков зодиака. Жизнь непредсказуема. В ней нередко бывают моменты, когда человек оказывается перед гнетом обстоятельств. Сильные личности умеют в плохом видеть позитивные стороны и с честью справляются с трудностями. Другие впадают в отчаяние и начинают паниковать. Мало того, что они сами нервничают, так еще и вносят неразбериху в свое окружение. Кто из знаков зодиака больше предрасположен к такому стилю поведения? Раки. Люди этого знака больше всего ценят собственный комфорт и уют. Разумные личности, но предпочитают скрывать свою сущность. Они ревностно оберегают свой внутренний мир от посторонних глаз и хорошо чувствуют себя в родных стенах. Стараются избегать проблем и конфликтов, издали наблюдая за ходом событий. Любое нарушение границ личного пространства приводит рака в бешенство, он начинает нервничать и паниковать. В такие моменты он не сдерживает эмоции и легко выводит из равновесия окружающих. Избавившись от источника дискомфорта, раки начинают трепетно восстанавливать разрушенное долгое время, испытывая негативное послевкусие. Весы – один из самых неустойчивых и колеблющихся знаков. Стремление к оценке всего происходящего, желание совершенства и идеализации всего часто усложняет общение весов с окружающими. Сомнения и колебания в выборе правильного решения, поиск идеального варианта заставляют их мучительно переживать и страдать. Боязнь ошибиться или поступить неправильно подталкивает представителей данного знака любым способом избавиться хотя бы от части ответственности. Становясь перед выбором, они начинают паниковать и сеять смуту вокруг себя. Рыбы. Среди представителей этого знака есть достаточное количество людей, которые заткнут за пояс любого ярого оптимиста. Тем не менее, этому знаку свойственна болезненная впечатлительность и чувство сострадания. Начать паниковать для них не составляет труда. В большей мере это происходит от нежелания находить решение проблемы и выход из создавшейся ситуации. Хотя стоит рыбам поднапрячься и включить мозги, они могут выдать действенное и совершенно нестандартное решение. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.